Здравствуйте, друзья. Я попрошу Светлану зачитать интересный вопрос из Киева, по-моему, да? Не написано, но... Да. Нет, интервью с Любой из Киева. Так. Значит, посмотрел ваше последнее интервью с Любой из Киева. Она анонсировала открытие курса JavaScript для начинающих. И как стартовый, он проходит без оплаты. Ну, я кинулся на сайт, чтобы записаться. И при регистрации в конце есть окно, в котором просят написать, почему мы должны выбрать именно вас. Расскажите о вашей мотивации, почему вам интересен именно данный курс, и аргументируйте, почему именно вы должны учиться в данной группе. До 1000 знаков. И здесь стопор. С одной стороны, хочу поменять жизнь к лучшему и уйти в IT. Перспективная сфера. Почему именно этот курс? JavaScript на слуху, и мне, как начинающему, невозможно говорить о достоинствах и недостатках этого языка. Почему именно вы должны учиться в данной группе? Этот вопрос вообще ставит в тупик. Курс бесплатный. По логике я должен быть сиротой неимущей, чтобы обосновать, почему именно я должен учиться в этой группе. Или я узко мыслю. С другой стороны, у тебя есть мотивация и всякое такое разное, что тогда тебе стоит пойти на этот курс через месяц. Без всех этих вопросов, но за деньги. Но хочется хоть где-то выгоду поиметь. Хотя можно сказать, что главная выгода – это знания полученные, пусть и за деньги, и с этим трудно спорить. Но все же, если есть возможность, то почему бы и нет? Так вот, что хотел спросить вас. Что бы такое написать в этом разделе? Если будет ваша ласка что-нибудь посоветовать, уж больно хочется воспользоваться этой возможностью. Есть там еще разные вопросы, например, уровень английского. Хожу к репетитору, думаю, на интермедиат дотягиваю. Не знаю, устраивает ли это организаторов. Может, поэтому и вообще это затея изначально бестолковая по прохождению. Не знаю. Буду благодарен за помощь. Спасибо. Образование высшее, возраст 40 лет. Я бы так сказал. Такие вопросы вообще ставят в тупик, понимаешь? Потому что если ты не приноровился на них отвечать, если у тебя нет опыта, ты не потратил какое-то время на концептуальное проникновение, как бы, да, то сложно ответить хорошо. Хотя есть люди, которые интуитивно просто, они настолько открытые, настолько чистые, настолько как бы искренние, что вот их ответ, он всем нравится. Просто в силу того, что он искренний, он не пытался ни под что закосить. Значит, я не знаю конкретно у Любы в компании, что они хотят, но я бы так сказал. Должно быть понятно, что человек мотивирован, и он точно знает, чего он хочет. Есть люди мотивированные, но не знают, чего хотят. Вот, например, когда в данном случае молодой человек говорит, что... Ну, не такой молодой, что ему сороковник. Значит, когда он говорит, что он хотел бы быть в IT, ну, хорошо, допустим. И вот JavaScript на слуху, и он хотел бы иметь что-то такое, что на слуху, мне это немножко как-то не кажется убедительным, понимаешь? То есть я бы в данном случае начал издалека. Мы какое-то время назад с Наташей Квик, мы 22 минуты записывали видео, делали ее историю «Расскажите о себе». Это в сущности очень похожая задача вот здесь возникает. Только всего 1000 знаков. И не надо много писать. Но должно быть понятно, почему тебя вообще повело вот в эти, ну, в IT и в этот язык. И дальше что будет? Вот тебе язык JavaScript для чего нужен? Для чего нужен, как бы сказать, что следующим будет? Может быть, ты тестером хочешь быть? Может быть, ты хочешь делать автоматизированное тестирование, там, скажем, на, я не знаю, на Selenium, там, с JavaScript? Или ты хочешь начать с JavaScript, чтобы потом освоить Java, тебе было проще. А это ты будешь использовать для тестирования автоматического и там whitebox. Ну что-то. То есть не должна быть конечная цель JavaScript. Должно быть средство, инструмент для достижения какой-то более высокой, более хорошей цели. У него есть, я считаю, сильная сторона. Ему 40 лет. Понимаешь? Значит, 40 лет – это человек, у которого нет впереди миллиона возможностей. Когда тебе 22, ты можешь и тут побаловаться, и там побаловаться, и посмотреть, и попробовать себя, и так далее. В 40 лет человек говорит, мне 40 лет, так? Я хочу поменять свою профессию на IT. В качестве ближайшей цели я решил двигаться в направлении тестирования, но я не хочу быть ручным тестером, потому что я считаю, что это слишком, ну, как бы простая работа. Я хочу быть тестером, который делает автоматическое тестирование в перспективе, выучить языки программирования и делать whitebox тестинг. Так? То есть мы видим уже путь.
и мы видим, что... И тогда понятно, зачем ему JavaScript. JavaScript — это как бы первый шаг, который он делает на этом пути. И дальше он говорит, что мне очень нравится ваша компания. Я видел вас на канале у Михаила Портнова. Видел Любу на канале у Михаила Портнова. И я считаю, что... как бы я... Это мой первый курс с вами. Но я думаю, что мы с вами еще сделаем много других курсов. Да? Потому что я вижу, что... у вас есть много что предложить вот такому человеку, как я, который, значит, там хочет много чему научиться. И дальше вы говорите, а мне 40 лет, и я как бы я не играю в игрушки. Я упертый, я как-то determined, как у нас говорят, решительный такой. И я, у меня абсолютный, вот я опять не знаю, как, я, у меня стопроцентный коммитмент к этой цели, и я... Как бы вы можете от меня ожидать абсолютно, как сказать, абсолютных результатов, там, в смысле приложения сил, времени, энергии позитивной там, и так далее. Бум! Вот это мой ответ. Я не знаю, там насчет тысячи знаков, значит, надо будет посмотреть, но я как бы объяснил, как бы видение, да? Может быть, у меня в этом видении было больше знаков. Я не ответ писал. Но вот я бы так подошел. Светик, тебе нравится мой ответ? Да. Есть в нем что-то, правда? Да. И я и тут подлезал, там, и тут, значит, поцеловал. Ну, теперь сейчас и, все ну... люди кинутся на бесплатный курс по Java, и все будут отвечать. Светочка, ведь я же рассказываю это не для того, чтобы они бесплатно Java получили, а я это рассказываю для того, чтобы они знали, как на такие вопросы отвечать. И самое главное, курс этот в Киеве происходит, это курс очный, не онлайновый. Есть полно бесплатных онлайновых тьюториалов по JavaScript. У нас вот Дэвид читает у нас на канале, на школе, на Портновском висит. Можно пойти почитать. Но просто речь идет о том, как отвечать на такие вопросы. Счастливо, ребят, успехов!